Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. И сегодня я хочу с вами поговорить об обучении онлайн. Значит, меня часто спрашивают, стоит ли посещать такие курсы, стоят ли они этих денег или не стоят, или стоит лучше пойти все-таки на живое обучение. Мое мнение таково: если вы профессионал своего дела и вы профессионал, который уже имеет стаж от 5 лет, то тогда стоит ходить на обучающие курсы онлайн. Посещать курсы онлайн. Не ходить, а посещать. Вот. Почему? Я, например, из своего опыта скажу так. В свое время был такой сайт русскоязычный «Мои парикмахеры». И вот на этом сайте очень много полезной информации именно онлайн. И я вам даже могу сказать больше. Я черпал информацию оттуда, когда была русскоязычная версия, и я, честно признаюсь, я копировал то, что делали преподаватели из этого сайта. Там был такой замечательный преподаватель и основатель Стейси Броутон, если я правильно назвал его фамилию. Вот. Потом, значит, там были такие ребята, как Мазелло и Палмер. Они достаточно известные у нас уже достаточно в России. Они часто к нам приезжают из Англии. По-моему, их привозит Академия Симушка. По-моему, да. Вот. И вы знаете, я действительно вдохновлялся, когда смотрел эти онлайн-курсы, потому что я понимал, о чем идет речь, как можно повторить все то, что там делают, и, естественно, для себя черпал какую-то информацию. Многие парикмахеры, которые, допустим, не имеют опыта достаточно там 5 лет, мне кажется, такой курс будет им все-таки тяжеловат. Для начинающих парикмахеров онлайн обучение, наверное, я бы, не сказать, чтобы я не рекомендовал, но, коллеги, я думаю, что у вас сразу будет куча вопросов, на которые вам никто не даст ответ. Если это, конечно, там не какой-то вебинар, где вы можете задать вопрос мастеру. Я, например, такие вебинары, честно, не встречал, чтобы кто-то там сразу же онлайн отвечал на ваши вопросы. Поэтому, мне кажется, все-таки лучше вам посещать семинары, вот именно когда вот живой какой-то тренинг с каким-то преподавателем хорошим. Потому что действительно там будет большое количество информации, и вам захочется задавать очень-очень много вопросов. Если же вы знаете, что на данном семинаре есть вопрос-ответ, то тогда да, тогда посещайте. Тогда, я думаю, это интересно, и вы сможете что-то для себя узнать, и всегда вы получите ответ. Вот. Что касаемо, допустим, уже таких достаточно, хотел сказать, больших, людей, что касаемо парикмахеров, у которых большой стаж, то я думаю, что любой мастер, у которого большой стаж, он всегда поймет, что говорится на этих семинарах, и в принципе любой состоявшийся парикмахер, у которого большой стаж, он даже в принципе поймет без слов, что простригают в этом видео. Вот, собственно, что делал и я. Да, я был подписан на канал «Мои парикмахеры», и я смотрел, что они делают. Хотя они разговаривали на английском, я с английским не очень хорошо дружу. Вот там, есть, понятное дело, определенные фразы, которые я знаю, но тем не менее. Я понимал, что простригают ребята. Поэтому я понимаю, что в итоге должно получиться. Даже по разделениям я понимаю, к чему это ведет, и у меня уже картинка какая-то складывается.
Поэтому, коллеги, если вы решили посещать онлайн-семинары, то, конечно же, посещайте, но просто помните, на какую аудиторию этот семинар рассчитан. Конечно же, я не отговариваю начинающих мастеров от просмотра онлайн-курсов. Ни в коем случае, коллеги, если же у вас есть желание, пожалуйста, конечно же, посещайте, смотрите. Просто я вот поделился с вами своим мнением, то, что я думаю. Если же я, конечно, не прав, то напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Посещали ли вы онлайн-курсы и что у вас, в принципе, сложилось после посещения этого курса. Сложился ли у вас пазл какой-то, понравился ли вам данный курс того или иного преподавателя онлайн или нет. Ну вот, как-то так, коллеги. В принципе, все, что я хотел, рассказал по поводу онлайн-курсов. Поэтому, если же у вас остались ко мне какие-то вопросы, пишите свои умные комментарии под этим видео. Не стесняйтесь, я всегда рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо, кстати, за этот вопрос, Анастасия. Настя, я забыл совсем, что это ты мне задала этот вопрос, и уже под конец видео держал в голове, что ты задала этот вопрос. Вот, спасибо тебе за вопрос. Поэтому, коллеги, я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, ну и самое главное, всем точных стрижек. Всем пока-пока!